И всем здорово, пацаны, это гайд на мемы. Что же нужно делать, да? Давайте зайдем сначала и посмотрим, что такое мемы. Мем — это монета с интересным названием, красивым. Если это форсится, то она растет, да? Мемов может быть много, они каждый день создаются, каждый день пропадают. И самое главное — зарабатывать на этом деньги и быть счастливыми, да? Например, монетка Вейд. Я ее покупаю по 3 ляма, ну где-то, да? Вот, где-то вот здесь. Продаю где-то вот здесь на 9 лямах. А потом она берет и падает в нулину. Но перед этим растет до 70 лямов, ты! Понимаешь, что вообще происходит? Что такое мемы? Это легкий, быстрый способ заработка для тех, кто умный. Кто понимает, что когда выросло, можно продать часть, на что купил. Что оно в любой момент может упасть, что это работа с рисками, что не стоит покупать на хаях на все бабки. Я говорю тебе, зарегистрируйся по ссылке в описании, у тебя будет скидка 10%. А также закинь $10 для того, чтобы протестить, что такое BullX. Покупать бы на копеечку вот эти вот всякие монеточки. Газ, смотрите, 52 цента. Как взять такой же, как у меня? Вот так вот скопировать, что тут, что тут. Поставьте на паузу, скопируйте, да? И вы будете платить не $2 за сделку, а 50 центов, да? BullX самая удобная платформа. Я вам сейчас объясняю, как с ней работать. Это буквально гайд по заработку на мемах. Я вам тут не говорю, что вот означает вот эта вот кнопочка. Это не нужно. Ну что самое главное, что значит купить по маркету? Купить по цене, которая сейчас. Значит, лимитку. Это выставить цену, по которой вы хотите купить. Теперь я как делаю? Обычно покупаю по маркету, продаю лимитками, частями. Ставлю почем, сколько, да? Как закинуть деньги? Сделай это прямо сейчас! Ты отложишь, ты никогда это не делаешь. Помни! Сколько всего ты отложил? Может, хватит? А может, и не хватит. Это твоя жизнь. Вот сюда. Так у себя берешь, копируешь этот адрес, закидываешь туда деньги. Все, начинай торговать. Ты знаешь, что такое маркет, что такое лимитка. Теперь вот это вот главная функция, находить монетки. Можно искать по названию, например, ретардио, да? Можно вот по названию искать. Но вы можете, видите, тут может быть много разных. Вы, скажем так, можете попасть не на ту. Поэтому лучше контрактом копируйте, да? Если вы не знаете, где брать монетки, подпишитесь на все мои каналы по ссылочке в описании. Задайте мне вопросы в личку. Ну, только, знаете, вежливо, да? Я вам... Понимаете, о чем я?